Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Значит, что делать, если в 25 лет наступил кризис? Ну, во-первых, что такое кризис вообще? Кризис вообще, в самом таком простом понимании этого слова, когда человек перестает ощущать эффективность от своих действий, от своих привычных моделей поведения. То есть вот привычные модели поведения раньше работали, и сейчас, соответственно, уже не работают. И человек просто не знает, как дальше действовать. Вот. Совершенно очевидно, что модель поведения нужно менять, но здесь сразу вступают в дело страхи, стыд, вина и прочее. Дальше. Вы пишете, что я домохозяйка и в работе не нуждаюсь. Ну, понимаете, как сказать? Во-первых, здесь нет связи. То, что вы домохозяйка, это ваш выбор. То, что вы в работе не нуждаетесь, возможно, не нуждаетесь в плане денег, но что вам интересно? Далее, вы говорите, нахождение в четырех стенах меня съедает. Ну а почему вы не выходите, почему вы не гуляете, почему вы не развлекаетесь? То есть работа это работа, но есть еще и другие способы времяпровождения. И дальше вы говорите, что я боюсь, значит, я уже боюсь выходить из дома, далеко ездить куда-то и прочее. Не совсем понятно, связано ли это как-то с тем, что нахождение в четырех стенах вас съедает. То есть, что из чего вытекает? Если первое из второго, то это одно, если второе из первого, то другое. То есть, вот, непонятно. Непонятно, Екатерина. Вот. И, кроме того, вы не сформировали свой запрос. То есть, вы говорите, что делать, если у вас 5 лет наступил кризис, что делать, чтобы что? Вот. То есть, что вы хотите-то по итогу? Что вам нужно-то? Если вы, например, не знаете и просто вот чувствуете, что кризис, то, ну, давайте в таком случае просто поисследуем ваши переживания, поисследуем ваши чувства, ваши эмоции, просто поисследуем это и разберемся в том, что вам важно, чего вы хотите. Вот. Да, в какой-то момент вы просто оторвались от своих желаний, в какой-то момент вы стали просто делать то, что вам нужно. Вот. Я не думаю, что быть домохозяйкой это плохо, но я думаю, что не каждому это подходит. То есть не каждому человеку подходит это. И человеку все-таки нужно быть не только вот в роли домохозяйки, жены, может быть, ну, родителя, матери. Но и человеку необходимо быть и другом, и женщиной, и каким-то социальной единицей, вот, и прочее. Это все роли необходимы для человека, а вы их упустили из виду. И с этим, мне кажется, в том числе нужно работать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. А если понравился вам, то буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.